Так, не знаю, будет слышно, не будет слышно. Сегодня я выехал на охоту на голубя. Вчера мы тоже выезжали с Аделькой. Сидели на этом поле. Но я забыл камеру дома. Вчера мы взяли 11 голубей. Сейчас буду снимать весь этот процесс. Дай бог, сегодня тоже лед будет. Вон там ферма, зернохранилище. Голуби вот с моря летят. Вот у них маршрут, вот они здесь летят. Но большинство летит вот со стороны моря, со стороны города. Все, буду пошел расставляться. Все поставил я, один электромагнит я подключил, второй не стал, потому что посадил на него голубей, одного крутящегося хватит с головой, рассыпал приманку в виде кукурузы. Что? Все я поставил, не знаю, камера далеко стояла, было слышно, не слышно, я запишу. Вчера я охотился с 5-зарядкой. Патроны заряжаю сам, не ли станком. Через кольца не пропустил патроны. Чуть-чуть их раздуло. И в бинели, в 5-зарядке не выбрасывало все патроны. Мало того, я еще как бы порох там, Ирбис охота заряжаю порохом. 1,6 грамма надо, насколько я помню. Я заряжал 1,5, как бы несущественно. Я пробовал сам патрон, засовываешь ствол, туго очень заходит, то есть не хватает инерции перезарядить. Все поставили, лед идет 6 часов, без 5 где-то, сейчас без 20. То есть как бы еще время есть, то есть мы нормально. Нормально стали. Это тоже поле. А вон голуби уже с той стороны полетели. Все. Спокойно.
встречать. Так, сегодня 24 августа, мы опять выехали на наше с Аделькой любимое поле. Попробуем походить по Перепелу, ночью дул северный ветер. Ну, может, надуло там летного. Я смотрю, машина одна стоит, может, ставили манок, не знаю. О, поющая собака с нами. Аделька, ты поющая собака? Ты умница. Потом вон на ферме, может, вон ферма. Может, посидим на голубе. Вот здесь я сидел. Два дня назад вон перья мои чищены. К сожалению, камеру я забыл дома. Такое со мной случилось второй раз в жизни. И, конечно, когда я забыл камеру, летел голубь. Я взял 9 штук. На следующий день поехал, сел в другое место, типа более перспективное. Не взял ничего. Так что сейчас часик походим. Лед начинается через 45 минут. Если ничего не будет сейчас, значит, отгоню машину и сяду, посижу на перепел. Так, вперед. Перешел я на голубей. Пошел лед голуби. Время без 5-6. Уже две стаи пролетело. Так что все. Пошел снимать голубей. Надо сидеть. Тихо. Ко мне. Успокойся. Иди ко мне. Адель пронеслась. Щи-щи-щи-щи-щи. Неси. Неси. Давай-давай-давай-давай. Быстрее неси, Адель. Молодец, хорошо. Неси. Неси. Дай.
Молодец, лежи. Почистим сразу. Чистим. Ну, иди нахуй. Почистим. Пока взяли трех. Почистил я. Трех достал. Переедем с Аделькой в другое место. Походим по Перекову еще. Переедем сейчас в другое место, поищем поле, посмотрим, походим чуть-чуть, часик хотя бы, подустать, чтобы чуть-чуть, да, Дрик? Чуть-чуть подустать. Обживать голубей. Немножко вой. Здорово.